Добрый день, дорогие мои друзья! Вы на семейном канале «Труд и отдых». Сегодня 20 апреля, а на улице такая холодина, такой ветер с морозом, что кажется, что уже середина ноября. Работать совсем не хочется на улице. Пойдемте в теплицу, там теплей. Сегодня 20 апреля, мы сейчас находимся в нашей теплице. Но в теплице, если бы не стоял тепловентилятор, было бы не намного теплее, чем на улице. А у нас здесь уже растут огурчики. Обратите внимание, прошло 8 дней. Если бы не холод, огурцы бы были намного лучше. Но и так беденькие растут. На грядке начала зацветать королева Елизавета. Цветение у нее очень шикарное. Вчера я оборвала лишние листья, чтобы было посуше на грядке. Видите, по всей грядке королева Елизавета уже цветет. Наши огурчики подросли, уже стали выше клубники. Вот такие наши красавчики. Им вполне комфортно вместе. Они друг другу не мешают. На этой грядочке дальше тоже уже огурчики подрастают. Зацветает клубника Елизавета, посаженная недавно рассадой. Она, наша ягодка, растет вместе с огурчиками, и никто никому не мешает. На ночь, конечно, теплица опять будет укрываться утросилом. Вот, смотрите, огурчики уже сами хватаются своими усиками за нитки. Вот такие. Этот тоже наклонился, мы его немножечко, вот так, поможем ему понять, как он должен расти. Так что, если вам видно, то за 8 дней наши огурчики существенно выросли. Им бы, конечно, сейчас тепло, но, к сожалению, пока у нас не все хорошо. Слышно, как по крыше стучит дождь. И пока очень-очень на улице холодно. Но в теплице создаем более мягкие условия. А это вот, видите, клубника. Вот она, какие у нее листы хорошие. Вот она. Это Эльвира. Эту клубнику мы высаживали прошлой осенью, и вот она успела выстрелить 2 цветоноса. Ну, некоторые начинают уже зацветать кустики. Это вот начало цвести довольно-таки неплохо клубника Клэри, посаженная в ящиках. Вот смотрите, в каждом ящике набирает цвет клубника. Так что не надо ничего выдумывать. Главное — хорошая земля, комфортные условия. И клубника сможет расти в ящиках. И разницы никакой нет. Питательная земля, комфортные условия. Вот посмотрите, каждый куст уже зацвел.
Эту вот рассадку я вырастила сама. Это вот та рассада, которая хранилась у нас на веранде. Температура в теплице сейчас. Вот вам хорошо видно. Плюс 16-17 градусов. Ну, для клубники, я думаю, вообще очень-очень даже неплохо. Вот она вся в цвету. Видите, какие крупные цветы. Вот она. Вся-вся зацветает. О, какие цветоносы. До 10 ягодок. На улице сейчас начался дождь, а я хочу взрыхлить землю в наших ящиках. Это вот королева Елизавета. Вот у нее уже ягодки завязались. Вот, сейчас мы сделаем обзор наших ведерок. Смотрите, везде уже растут ягодки. Вот, пожалуйста. Вон ягодка, вот ягодка, здесь вот очень много ягодок, вот. Вот они. Пчел у меня нет. Единственное, когда было тепло, мы открывали двери на сквозняк. И у нас здесь очень много мушек. Мухи, комары. Вот, смотрите. Довольно-таки неплохие. Сейчас мы перейдем к другому кусту. Ну, он только цвел, только начинает завязывать. Вот ягодки. А вот и наша красавица Клэри. Вот она какая уже. Вот они. Ягодки. Вот они какие. Так во всех ведрах. Это вот такая уже Клэри. Вот такие наши дела. Небольшой вам обзорчик. Нашей теплицы труженицы. Пока-пока. Всем счастья, здоровья и всего доброго. Крепкого вам здоровья. До свидания.